Ave publicum, this is Bigus Dicus the second and our Lodas Blodas. We're continuing our path for glory on the blood. Ну что, приветствую вас в нашем Лудусе Блодусе, с вами Крутохерус Атомус II. Мы продолжаем наше движение к славе через кровь. Атус Бавиус. You know what, I want to reject this fight. Вот этот бой я хочу отказаться от него. Sorry, Legate. Извини, Легат, but I don't want to... to set my... gladiators die. Ну, я не хочу подставлять своих гладиаторов, чтобы они померли как-то, не пойми как. Окей, пока нормально. No pit fights. Боев на арене пока нету. Окей, архитектор, get the stones, еще камешки собери. And this is almost complete, это почти закончено. Окей, improved wine, еще улучшено. Even better wine, еще улучшено. Окей, expand employee, еще подчиненных сделаем. I want more employees, хочу больше подчиненных. He done collecting stones, он закончил камешки собирать. A new magistrate has been appointed to the city. Новый магистрат в городе. Send him 10 wine. 10 вина. For meeting up. За то, что... Этот самый... За то, что... пришел к нам. Окей, suggest gladiator patronage. Предлагаем гладиатора. Magistrate has agreed to become a patron of your ludus. He has adopted genius of Academia of Pontus. The magistrate will be responsible for his gladiator food and water. В общем, магистрат согласился быть патроном в нашем Лудусе-Блудусе, и он решил приручить гения из Академии. Oh, that's a smart choice. Достаточно мудрый выбор. Suggest gladiator patronage. Нельзя пока и нашему этому самому легату патрона ждать. Okay, send him wine. Вино ему отправим. Let them be happy. Пусть будут счастливы. If you happy and you know it, step your feet. Ну да. Пусть будут веселыми. And I can hire another... Specialist. Могу еще одного специалиста отправить. No, why this is so great fights? Чё такие у нас массовые бои идут? I don't have enough gladiators for this. У меня недостаточно. Okay, let's check. Давайте посмотрим. Genius Academia. Globus Vulgaris. Petrolius Gassus. Martius. Narcissus of Beauty. Okay, they will go. Так, Sextus of Wolfus. Narcos Adultus. Платонус. And Брутус. И Брутуса мы отправим о Секстусу Лактус Милкус. Окей, Лактус Милкус. So... Лактус of Milkus I will control. Молочника буду управлять я. So, go! Погнали! Who is winning? Кто побеждает? Someone of us died. Кто-то из наших умер. Oh, sorry. Извините. Yeah, we won. Мы победили, but someone died. Но кто-то все-таки помер. Нарцис... Наркотикус... Академия... Сектус... Narcos Addictus has died. Oh, Petrolius Gassus, Platonus. Said, I hope they will survive. Я думал, они выживут. Okay, Martius, Членус of Partius, Gopus Vulgaris, Lactus of Milcus, Sextus of Ulfus. Okay, got it. Понятно. So, Gopus Vulgaris deserved better equipment. Gopus Vulgaris, он заслужил лучшую одежку. He'll лечится.
Членов of party as also. Член партии тоже заслуживает что-то получше. Окей, okay, this one. Все, он у нас в черных. He has very cool clothing. У него уже очень крутая одежда. Genius of Academia. Гений из Академии Healing. Пусть лечится. Окей, нормально. He's displeased? Он недоволен? Why he's displeased? А чего он недоволен? Gupus Vulgaris has no private room. У Gupus Vulgaris личной комнаты быть не может. Окей, okay, so give Genius private room. Даем личные покои and three wine и три винца. Дадим Sexus. Окей, okay, хорошо, Сексусу. Give this stick, вот это дадим ему. This helmet, и вот такой шлем. Марциус. Марциус is good. Марциус хорошо себя показал. So give him better shield, дадим ему получше щит. And this closing, ну и вот так вот. Like that, вот так вот. Okay, Marcius is more of steel. Marcius у нас больше из стали будет, Sextius. This trident, вот такой вот у нас будет. No, no, I like this, мне нравится вот это. Better shield, лучше щит возьмет. Brutus. Has Brutus fought? А Brutus сражался? I don't recall, я не помню. Lactus of Milcus has fought, да, вот у нас... Чувак с молоком-то сражался. Окей, okay, хорошо. Well, at least something. Ну, по крайней мере, что-то у него есть уже. Stones, так, камешки мы собрали. Окей, okay, fire employer. Увольняем его. And I want a new employer. Хочу нового... Сотрудника Medicus. Медика мы можем купить. Architects. Харс Supex. No. Faber. Оружейника. Multiplayer Fight Promoter. Ага, вот у нас, собственно, чувак, который продвигает сетевые бои. I think that's time for him. Я думаю, время будет для него. But Faber Emeritus. Улучшенный чувак с оружием. Doctorate Emeritus. Так, у нас доктор. Medicus Emeritus. Окей, okay, let's check the Medicus. Давайте вначале обычного медика посмотрим. And the Faber. И простого оружейника. А, so we have no place right now. У нас пока нету места. He is building that. Он пока делает у нас. Окей, okay, rose water, вода с розами. Rose petals, boiled water, used an anti-inflammatory to increase treatment speed. Увеличивает скорость лечения. Militatitis. Learn how to make honey wine, meat to increase treatment. В общем, это самое. Вино из меда, как делать оксимели. A mixture of honey and wine gar used to increase treatment speed. Какой-то микс вина и еще фигни всякой, и меда, чтобы лечить. Скорость лечения у нас, vivisection. Okay, everything increases the speed of treatment. Здесь все повышает скорость лечения. Okay, let's start vivisection. Давайте вивисекцию начнем. And I need a better gladiators. И нужно лучше гладиаторов посмотреть. Окей, okay, nothing. Тут ничего нету. What's his weight? А какая у него... Окей. Okay. I don't see. Я не вижу его этих самых веса. Окей, okay, 144. 144 килограмма. Flavius. Окей, Flavius looks good. Flavius достаточно хорошо выглядит.
Let's take Flavius. Возьмем Флавиуса. Did I bought him? Я купил. Okay, so Flavius of Hispania. Flavius из Испании. No, that would be... Усама ибн Аль-Каида. Окей, okay, he need 16 victories. Ему 16 побед нужно. So, XVI. Вот так вот. Good, отлично. He will start training with the brains. Но мозги ему тренируем для начала. Так, фу, у нас полная колода карт. This is training coin. Окей, okay, I don't want to... Gladiator's max stamina increased. Да, выносливость повышена. No. Okay, Sextus. No. Sextus, receive max stamina. Дополнительная выносливость. Recover. Bleed resist. Сопротивление кровотечению. Brutus. Окей, okay, Brutus. Hold ground. Reduced knockback. Отбрасывание уменьшено. Гений из Академии. Гений из Академии. Cursed Weapons. Проклятое оружие. Окей, okay, that's for Adultus Contentus. Это для... I can react faster. Быстрее передвигается. Окей, okay, let it be like so. Пусть вот так вот будет. Train more. Еще тренируем. A training accident has severely wounded a gladiator. Tend his wound immediately. Немедленно лечите гладиатора, он пострадал в бою. The wounded man will survive. He returns to training quickly. Причем, тот, кто повредился, выживет, и он быстро вернулся к тренировкам. Его тоже лечим. Repair, ремонт. Online just passing good time here. Лев просто неплохо время проводит. Wait, okay, this is also good. Вот это тоже неплохой. Sedulis. Бактерия, ага. Бактериус. Ah, let it be Bacterius. Просто будет Bacterius from nowhere, из ниоткуда. Whom we need? А кто нам нужен? Where is Bacterius? Где у нас Bacterius? Mind control, разум. Okay, we have Mourmelons. У нас дофига Мурмелонов. Two Reitarius, два Reitariusа есть. Okay, we have plenty of Mourmelons. Дофига Мурмелонов. We don't need Mourmelons at all. Мурмелоны больше нам не нужны. Thorax. Так, Thoraxы нужны. Окей, okay, he's training as Sarex. Это чувак тренируется как Sarex. Caesar. Давайте. Этот будет тренироваться как Рубака. So everyone has their role. У всех уже есть свои задачи. Put this man here. Вот этих ребят сюда ставим. Fine. Прекрасно. Any pit fights? Есть ли какие-то бои у нас? In 4 days. Через 4 дня у нас будет сражение. Okay, I can actually start some championship fight. Могу какой-то простой бой на арене забецать. Okay, that would be... Это будет у нас... That would be Martius, Genus of Partius. Вот кто у нас пойдет. And... Ну а то само у сама не пойдет. Lactus Milcus. I will control Lactus Milcus. Да, Lactus Milcus я управляю им. So let's go. Погнали. 1k. Одна штука здоровья у него. We should prevail. Должны победить. Yeah, put him in the corner, в угол зажали его, давайте.
Гёде. Отлично. Членус, Мартиус и Лактус. Энтропиус. Окей. О, that's nice stuff. Очень хорошая эта штука. Лактус Милкус. Лактус Милкус у нас заслуживает better sword, за лучшие мечи. Okay, I want to dress him all in black. Нужно его вообще все в черненького одеть. Этот be like so. Пусть вот так вот выглядят. A Galactus of Milkos, he needs 15 victories. Ему 15 побед нужно. Doesn't like renaming. Им не нравится, когда их переименовывают. Членус of Partius, член партии. Take better sword. Лучшие мечи получает. Ага, next is the big swords. Дальше у нас уже пойдут большие мечи. Окей, Genius of Academia. А кто еще с нами сражался? Гению из Академии. Марциус. Марциус, as I recall. По-моему, Марциус с нами сражался, да, еще. Okay, he is all of metal. Марциус у нас весь из металла. Окей, okay, this one. Вот этот. Тарквинис. Тарквинис. No, that would be Тараканис. Тараканис. Окей. And he will be again archer. Он станет снова лучником. They are stupid, but I want to have one. Да, они херовые, но одного все-таки хочу, чтобы был у меня. В Лудосе, в Лудосе. Neuron training, все тренируются. Окей, okay. Oh, this is enough. Вот тут хватит уже тренировать ум. Who is still meditating? Кто у нас все еще медитирует? This also, вот этот тоже чувак, уже не надо медитировать. No, that guys should meditate. Вот эти ребята должны продолжать медитировать. Да, готово. So that's repaired. Это все отремонтировано. I cannot do better. Лучше справиться я не могу. Food из ротвы берем. Альфенус. Альфенус again Милкус. Против нашего молочника будет сейчас сражаться. And actually Milkus is commanded by me. Ну и молочник Лактус of Milkus, управляемый мной. Except. Погнали. One on one. Один на один. A fair fight. Честное сражение. But he has a good amount of health. Но у него дофига здоровья-то. О-о-о, но! Лактус Милкус is dead. Молочника убили. Unexpected. Неожиданно. Unexpected. Реально неожиданно. Maybe a new gladiator. Новый гладиатор, возможно, стоит его посмотреть. 55. 55 килограмм. Why so? А чё он такой легкий? It's so light. Он вообще настолько легкий, насколько это можно только представить. Окей, okay, that's Rutilius. Окей, okay, where is us? His name would be Utilius. Utilius of Economius. Utilius из Экономиуса. Окей, okay, I had a Мурмелон. По-моему, у меня был Мурмелон, я. Yeah. So that's my new Private Puppet. Это моя новая личная. Это самая кукла. Okay, put it here. Сюда ставим. Is everything constructed? Все ли сделано? Окей, okay, by the way, blessings. Кстати, благословение. Домина. I feel the power. Она чувствует силу. Окей.
Gladiator faster recovery stamina, быстрее выносливость поднимает, окей. That's good, пока все хорошо. Shield steward, щитоносец. I don't know how this inventory clerk works. Даже не понимаю, как вот этот клерк с инвентарем работает. I have him, but I don't know how he works. Он у меня есть, но я не понимаю, как он работает до конца. Heal. Лечится. Why he's upset? А чё он расстроен? He has like a glorious... Destiny. У него будет великая это самое. Deny. Великая судьба. Окей. Okay. Your RT. XI. 12 побед тебе нужно. Окей. Okay. You need 12 victories now. Теперь 12 побед. For requesting release too early. За то, что попросил освобождение слишком рано. Усама deny запретить. Окей, Усама Бен Ладен wants to have a longer time with us. Усама Ибн Ладен тоже хочет с нами подольше побыть. He is already... No, 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 нет. What's his name? Как у него? 16, so he is now 17. Теперь он у нас 17. Окей, okay, he's a rab, so he will use this letter. So, он араб, поэтому будет пользоваться вот такими нормальными цифрами. What? Что? Hold the border. Ah, another place for our specialist. Еще одно место для специалиста. Окей, okay, I want more. Хочу еще одного. The more specialist, the better. Чем лучше специалистов, тем лучше на самом деле. Окей, Пит. Пошли сражаться уже сюда. 14 victories, 14 побед. I guess our gladiators can win. Я думаю, наши гладиаторы могут победить. Нарциссус. Сексус Вульфус. Усабная им Аль-Каида. Окей, let's go. Усама тоже будет сейчас сражаться. And I will... Yeah. Control the Усама. Буду Усаму контролировать. Окей, 3, 2, 1, go, пошли. I will wait. Просто подожду здесь. Am I... Hit him at least once. Я хоть раз его попал, ударил. I don't know. Не знаю, Фабиус. Фабиус. Окей, Фабиус is okay. Фабиус у нас нормальный. Let him be a Tharex. Пусть будет Тарексом. Вот это начнем. Окей. Okay. His name. Его имя будет. Легатус. Глориус. Ни разу не будем целовать жопку Легату, поэтому назовем его Легатусом Глориусом. Окей. Okay. Fine. Нормально. A wandering teenage boy. Окей. Okay. У нас снова подросток есть. Keep boy villa. У нас еще парень стал на вилле гладиатором. Окей. Okay. He's... Он хороший. Богемия. From Bohemia. Who I know from Bohemia? Кого я знаю из Богемии? Okay, let it be Papus of Romus. The second. Второй Папус Римус. And he will be... Кем уже он будет? Рейтариус. Рейтариусом он будет. Окей, okay, he's smart, а он-то умён. So let him train, пусть тренируется вот так вот. Let's see here. Вот сюда перейдем.
everything fine, пока все хорошо. Maybe cherry down researching. Ага, так, это у нас изучили воду. Auto healing, автолечение. Okay, can I hire like a better Emeritus? Могу ли я сейчас нанять лучшего Medicus Emeritus? Okay. Let's hire him. Наймем его and check what he can do. И посмотрим, что он может делать. Heal multi, многих лечить. Heal horses, лечить. Окей, okay, he can heal lions. Он может лечить львов даже. Prestige level. Уровень престижа. Faster healing of prestige gladiators required. Presidio. В общем, может престижных гладиаторов лучше лечить. Окей, okay, heal multi. Давайте множество будем лечить разных. Окей, okay, they are different. Они по-разному работают. Militatis. Окей, okay, это healing. Автолечение Militatis. Ну, пусть будет Militatis. Augustus. Так, у нас есть Augustus. And we have another gladiator that would fight for me. Ну, у нас новый гладиатор, который будет сражаться за меня. Брутус. Окей, okay, let's send Brutus. Давайте отправим Брутуса. He's pretty good, он уже достаточно хорош. One on one. Это будет бой один на один. I'm taking over. Беру под контроль. Go, пошли. Окей, back назад. Yeah, we will kill him or not. Или нет. Brutus is dead. Brutus помер. Calpurnius. Instead we received some Calpurnius. Calpurnius'а какого-то получили. Sell him. Продаю его. Brutus is dead. Brutus помер. Not famously. Не очень-то знаменито он помер. Okay, let's go to this chariot fights. Давайте снова на колесницах. I want to win all chariot championships. Хочу сейчас все чемпионаты на колесницах выиграть. Окей, okay, I think we can win. Думаю, можем победить. So, go, погнали. 3, 2, 1, go, пошел. Yeah, Belarusus would win. Belarusus легко победит. With this, с легкостью. We have awesome horse, у нас прекрасная конячка. And then the next championship. Ну а потом следующий чемпионат на колеснице. So today we have plenty of chariots. Сегодня у нас дофига езды на повозочках. Okay. Four laps has passed. 4 круга прошел with ease, с легкостью. Well, I wanted a brutal fight on the chariots. Было бы клево смотреть какие-то жесткие бои на колесницах, but the mechanics is not that great. Но механика не настолько-то зрелищная здесь, да? And like speaking of mechanics and chariots, that's not compatible. Ну да, и разговоры о механике и повозках это не совсем. Правильные разговоры о механике. Окей, reduce training. У нас обучаемость понижена. Окей, now let's go here. Теперь отправляемся сюда. Belarusus, Belarus. Continue on. Продолжаем дальше. So we win all the chariot today. Сегодня победим всех противников на гонках колесниц. Yeah, Belarus is faster than anyone else. Belarus is быстрее всех остальных. He's so good. Он так хорош. He's so great. Он так прекрасен.
And he is the only one, и он единственный, who can be that fast, кто может быть настолько быстр. With ease, вообще легко. He is winning with ease, побеждает легко. Клод, Петрониус, Грег. So our opponents are Greg, Claude and Petronius. У нас враги Грег, Клод и Петрониус. Окей, okay, on the second circle, kill them. Ну убей их хотя бы на втором кругу. Yeah, so we are doing them twice. Мы их дважды обгоняем. And let's fight, давайте. Oh, one is put out of chariot. Одного уже выбросили из повозки. And the chariot is broken. И повозка вообще поломана. Oh, and horse is running away. Really. Ну и конячка вообще бегает себе дико. Oh, they smashed to one another. Вообще врезались друг в друга. Victory. Победа. Why do I need this? А зачем мне вот это? Thunder. Какой-то гром у нас. That's... We will sell. Вот это мы продадим. I have plenty. У меня уже достаточно всего. Train more. Окей, heal, пусть подлечится. Окей, we have another gladiator. Если у нас еще один гладиатор. No, 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 I don't see. Нет, не вижу. Окей, tent pit. Можем ли зайти в эту самую? Окей, why that's closed? Снова закрылось. So we won and that's just closed. Ага, мы победили и все просто взяло и закрылось. Окей, Гопус Вулгарис. Гопус Вулгарис. We can fight another championship. Можно сейчас сдвигаться на чемпионат и там еще сразиться. Окей. Antonius, Destroyer of the World. Партизан. Партизан, уничтожитель мира. Oh, three. Троих отправляем. So, Genius of Academia, Genius Academia, членов of Partius and Martius. И Martius отправляем. No, no, I'm not controlling anybody. Я никого не контролирую. That's important fight. Потому что бой важный, поэтому пусть они сами сражаются. I think my guys would win. Думаю, мои ребятки победят все-таки. Yeah. And someone lost his armor. Кто-то потерял свою броню. I guess the opponent. Думаю, это противник. Roll speed, ускорение перекатов. Окей, Гопус Вулгарис. Так, Гопус у нас заслужит golden staff, золотые поножья. That's maximum, это максимум, который возможен. I don't... I cannot upgrade him more. Больше я не могу его улучшать. Окей, члены of Partius, член партии. Окей, better... Trousers, лучшие штанишки дадим ему. Genius of Academy. Genius Academy? No, there was another. Кто у нас еще сражался? Маркус. Маркус у нас, по-моему. Мартиус. Yeah, да. No, not Martius. Someone of Steel. Кто-то из стали полностью. Narcissus of Beauty Ways. Что у нас Нарциссус? А. Yeah, because he is a rider, потому что он наездник. Коминус, I don't know who's this. Я даже не знаю, кто такой Каминус. No, not genius of Academy. Не, не гений из Академии у нас сражался. Марциус? Oh, yeah, he lost his... Да, он же потерял свой доспех. Let him be a soldier. Пусть будет солдатом у нас. Окей, okay, that's it for today. Ну что, на сегодня все. Live long and prosper. Живем и процветаем. Live long and prosper. Живем и процветаем, товарищи.